Просто Лейла Салаловна сказала, что после 14. Ну ладно, попробуем. Так, уважаемые слушатели, кто пришел, здравствуйте. Тут у нас будут производственные шумы, но попробуем работать. Сейчас еще одну секундочку. Так, ну что ж, попробуем. Значит, сегодня у нас по силабусу, по плану, тема «Технология производства консервов». Ну, конечно, общая технология и, конечно, в основном внимание обращено на плодоовощные консервы. Консервы мясные, рыбные, молочные будут изучаться ну, в специальных предметах. Среди вас общепитовцы и молочники. Вот у молочников будет отдельно курс, а может быть сейчас читается курс по технологии молочных консервов. Молочные консервы и продукты детского питания. Там вот эти любимые нами сгущенки, молоко концентрированное, там все это подробно изучается. Ну, мясники и рыбники у нас есть, наверное, только на казахском отделении. Там у них есть в программе тоже отдельные дисциплины технологии рыбных продуктов и внутри технологии рыбных консервов и, по-моему, технологии мясных консервов даже отдельно. А мы с вами обратим внимание на вопросы общей технологии и вопросы производства плодоовощных консервов. Консервы имеются в виду именно баночные, стерилизованные или, в крайнем случае, пастеризованная продукция. Но надо сказать, что некоторые консервы, для них достаточно пастеризации, то есть обработки при температуре до 100 градусов. Особенно салаты, маринады, компоты, вот вполне такой обработки достаточно. Но поскольку в промышленности одновременно обрабатывается целая масса сырья, то есть это не несколько экземпляров, не десяток, скажем, килограммов, а тонны, поэтому продукцию все-таки стерилизуют, обрабатывают при температуре выше 100 градусов. Из овощей на предприятиях получают натуральные консервы, маринады, овощные закусочные, соки, обеденные блюда и полуфабрикаты для общественного питания. Да, такая продукция есть, но, к сожалению, она не производится вот во всем том ассортименте, в котором вообще-то существует. Кроме этого, существуют концентрированные томатопродукты, пюре и пасты, да, хорошо знакомые, томатные соусы и квашеные и соленые, немножко неправильно написано, овощи, не слоеные, соленые овощи. Ну, потом после вот такой обработки они тоже укладываются в банки и пастеризуются или стерилизуются. Из плодов и ягод получают компоты, соки, пюре, соусы, маринады,
сладкую фруктовую продукцию, желе, повидло, джемы, конфитюры, варенье, ну и сульфатированные плодово-ягодные продукты. Их делают в отдельных цехах, и продукция эта предназначена для переработки внутри производства, не для потребителей. Продукты детского питания, диетические продукты специального назначения сейчас выпускаются тоже в достаточно широком ассортименте. Готовят их из овощей и из различных плодов и ягод. Вот среди них есть комбинированная продукция. Ну, что касается основного сырья, немножко буквально пробежимся мимо него. Сырье подразделяют на группы фруктовое и овощное. Фруктовое делят на семечковые плоды, ну, такие как яблоки, груши, айва, косточковые, черешни, вишни, сливы, абрикосы, персики, ягоды, виноград, земляника, крыжовник, смородина и многое другое. Орехи, тропические и субтропические плоды, ну, там еще выделяют часто плоды цитрусовые. Апельсины, лимоны, мандарины, ну и многое другое. Нам оно в основном известно как свежее сырье, но консервная промышленность перерабатывает их с успехом в соки, компоты, разновидности компотов и, опять же, сладкую фруктовую продукцию. А овощи подразделяют на две большие группы. Плодовые, где перерабатываются плоды с семенами, ну, скажем, те же томатные, те же тыквенные овощи, и вегетативные, где перерабатываются разные части сырья, которые накапливают так или иначе пищевые, ну, или хотя бы активные пряные вещества. Клубнеплоды, картофель, корнеплоды, морковь, свекла, капустные овощи, самые разнообразные. Шпинатные, салатные, луковичные, пряные, листовые и десертные. Ну, название для последних связано с тем, что традиционно, скажем, из ревеня делают компоты и варят варенье. При производстве консервов большое значение имеет правильный отбор сырья с учетом целевого назначения. Учитывают урожайность сырья, большой выход стандартных плодов. Причем вот этот уровень одновременного созревания сырья, когда можно за один или два раза собрать все пригодные экземпляры. Естественный иммунитет против болезней и вредителей, вегетационный период развития, скороспелость, способность к послеуборочному дозреванию. И важно, чтобы плоды, овощи, ягоды имели форму, удобную для механизированной уборки, были стойкими к механическим повреждениям, имели оптимальное соотношение в содержании различных частей. Конечно, то, что интересует, скажем, мякоть плода, она должна быть в большем составе, ну и наиболее ценный химический состав. Для консервной промышленности важное значение имеет выращивание в определенном соотношении в зоне консервного завода, в сырьевой зоне, плодовых и овощных культур, чтобы можно было ритмично перерабатывать, ну, где-то 5-6 месяцев в году свежее сырье, остальное – полуфабрикаты или сырье, которое длительно хранится. Сырье плодовое и овощное имеет три уровня зрелости. Это можно заметить, об этом можно, ну, как бы немножко подумать, тем более вот сейчас идет сезон многих овощей, многих фруктов, и это, в общем-то, заметно. Есть молочная стадия, когда плоды и овощи уже выросли, развились, накопили, в общем-то, достаточно различных веществ в своем составе, но они еще не пригодны к потреблению в свежем виде. Молочная стадия. Есть так называемая потребительская стадия зрелости, когда то или иное сырье может использоваться, ну, практически все в свежем виде. Ну, или же при минимальной какой-то обработке. Вот это потребительская, а иногда говорят техническая стадия зрелости, иногда говорят съемная стадия зрелости. Вот именно та, которая нужна для переработки.
Ну и, наконец, есть биологическая стадия зрелости, когда зрелыми являются семена. Для потребителя, для переработки такое сырье, как правило, перезрело. С ним уже не очень удобно работать. Дополнительное сырье, ну, прежде всего, конечно, вода. Вода используется для всех целей, только питьевая. Только питьевая. Она должна быть прозрачной, бесцветной, с приятным, ну, обычно слабо выраженным вкусом и не иметь запаха. Очень важны показатели безопасности воды. Это микробиологические и физико-химические. Сахар, песок, соль поваренная не ниже первого сорта и именно пищевая. Желательно белого цвета, чистая, сухая, сыпучая, без комков. Растительные масла и жиры в основном используются рафинированные. Правильное хранение, так, чтобы не касались солнечные лучи, позволит довольно длительное время поддерживать качество рафинированных растительных жиров и жиров животных. Они тоже используются, но достаточно редко. Обычно консервщики, плодовощники работают на растительном масле. Но перед употреблением растительное масло фильтруют и прокаливают. Для детского питания используется сливочное масло, естественно, очень высокого качества. Различные кислоты, уксус, раствор уксусной кислоты, уксусную эссенцию, уксусную кислоту желательно использовать, ну, либо лесохимическую, а вообще уксус, уксусную эссенцию биологического происхождения, насколько это возможно. Лимонная, винная кислота, ну, в редких случаях молочная и яблочная, должны быть концентрированными, обычно в порошкообразном таком состоянии, в виде кристаллов небольших, и тоже не ниже первого сорта по качеству. В консервной промышленности используют большой набор пряностей, перец черный, перец душистый, лавровый лист, гвоздику, корицу, кориандр, скажем, еще что-то, мускатный орех. Но наряду с сухими пряностями вот последнее время широко используются экстракты, вытяжки ароматических веществ пряного сырья, которые получают на сжиженном диоксиде углерода, углекислом газе. Причем экстракты могут быть как отдельной пряности, так и экстракты в наборе, которые сразу можно использовать, ну, скажем, для приготовления тех или иных маринадов или каких-то закусочных консервов. Первое приближение к любому сырью – это сбор, доставка, приемка и хранение при консервировании. Это очень трудоемкие операции, особенно сбор плодов и овощей, но стараются по мере возможности использовать механизированную обработку. И для этого выведено достаточно большое количество различных сортов сырья. Ну вот тут вот основное дерево или куст должны быть компактными, но компактность им придают часто формированием кроны своевременной обрезкой, ну и там посадкой, скажем, на низкорослые подвои. Все это можно так или иначе соорудить. Ну а плоды и овощи должны быть прочными, легко отделяющимися от материнского растения и желательно вызревать одновременно. Ну, такие, допустим, виды сырья, как зеленый горошек, томаты убирают прямо комбайнами. Многие виды ягод, настоящих ягод, тоже убирают путем срезания прямо веточек, потому что это даже активизирует растение на следующий год, оно дает новые побеги. Вот. И потом уже прямо с веточек, с побегов собирают ту или иную ягоду, ну, скажем, черную смородину, крыжовник, вот, виноград иногда. Но, опять же, много очень ручного труда здесь, ручного труда. Тут вот немножечко сказано, что для уборки томатов, зеленого горошка, капусты, огурцов, лука, срезание гроздей винограда используют комбайны для сбора ягод, уборочные машины. Основная цель – это сохранить целостность ягод, не допустить механических ударов,
повреждение кожицы, появлению пятен, поскольку это вызывает вытекание сока, потери сухих веществ, ну а хранение с поврежденной тканью плодов и овощей практически невозможно. Есть овощи, которые способны заращивать механические повреждения, но это уже весьма сложная вещь. В зависимости от вида сырья применяют различные способы его доставки на предприятие. Это может быть и навалом в кузовах машин, морковь, свеклу, картофель вполне можно перевозить таким образом. Но лучше, если сырье будет в таре. В таре жесткой и таре соответствующей вместимости. Могут быть ящики, могут быть контейнеры, вот, могут быть какие-то мелкие виды, вплоть до небольших корзинок, кузовков так называемых. Но основное сырье должно сохранять свое качество. Для этого тара должна быть достаточно жесткой и не иметь механических повреждений и вмятин. Не приобретать дополнительные какие-то повреждения. Ну а сама тара обязательно должна быть подвергнута тщательной санитарной обработке. После того, как ее освобождают, тару моют, дезинфицируют, насушивают хорошенько, ну и дальше используют повторно, скажем, в большинстве случаев. Ну а размер тары и качество материала должны быть выбраны в соответствии со свойствами сырья. Вот тут тоже названы контейнеры, ящики, лотки, то есть плоские ящики, картонные коробки для некоторых видов, особенно плодового сырья. Ну, у некоторых случаев это полиэтиленовые пакеты, тканевые мешки, сетки, решеты и так далее. Тут вот немножечко тоже есть. И обязательно, значит, санитарная обработка. А хранят сырье на крытых сырьевых площадках. Вот обязательное требование – это наличие навеса, чтобы сырье не испытывало воздействие прямых солнечных лучей и не перегревалось. На сырьевых площадках сырье должно дышать. То есть те штабели ящиков, контейнеров, может быть, мешков и сеток должны быть уложены таким образом, чтобы все-таки воздух проникал, ну, едва ли не каждому экземпляру сырья. По возможности на сырьевых площадках понижают температуру. Но даже вот по нашему климату, если мы под каким-то навесом, уже температура ниже. Да? Вот, идем по солнцу, входим в тень, уже температура понижается. Но специальных каких-то устройств на сырьевых площадках практически не практикуют, не устраивают. Вот. Но сухое, хорошо вентилируемое помещение в холодных помещениях, иногда холодильных, сырье хранится достаточно хорошо. В консервной промышленности используют в основном сырье, которое хранится недлительное время. От нескольких часов до нескольких суток. Обычно где-то до 5-7 суток. А вообще в идеале сырье должно храниться 48-72 часа. Тогда качество его будет, ну, в общем-то, практически таким, при соблюдении простейших требований, с каким оно поступает. Значит, его и перерабатывать будет легко. Но некоторые виды сырья от природы способны храниться длительное время, месяцами. В основном это сырье, которое относится к вегетативному. Картофель, морковь, свекла, капуста, особенно качанная, лук. Что такое? Ну и яблоки, груши, айва тоже длительного хранения сырье. Для этого устраивают специальные помещения, специальные сооружения. Так, вижу 24 человека. Ну хорошо. Специальные сооружения, где хранят сырье, как говорят, в запас. То есть с ним можно работать поздней осенью, зимой и даже весной. Сроки хранения растительного сырья определяются физиологическими особенностями. Вот как длительно оно дозревает, способностью сопротивляться инфекциям и дозревать в процессе хранения. Большую часть играет инфекционная нагрузка, поэтому стараются загружать такое сырье в абсолютно чистые
помещения вычищенные, ну, скажем так, вымытые, да, продезинфицированные, и само сырье подбирать таким образом, чтобы оно имело минимальную зараженность микроорганизмами. В таких случаях сырье можно хранить с наименьшими потерями. Ну, если на сырьевых площадках, вот как я уже сказала, несколько суток, то в охлажденных складах несколько раз. Некоторые виды сырья хранятся 8 и даже 10 месяцев. Хранят сырье обычно в той же таре, в которой оно прибыло на переработку, чтобы не перегружать. Это доставляет дополнительные сложности, и сырье может повреждаться. Ну, а на длительное хранение сырье закладывают обычно все-таки после сортирования, просушки и отбора поврежденных экземпляров. Ну, в зависимости от того, какое качество привезенной партии сырья, нужно оно или, может быть, даже не нужно, идеально заложить, используя свойства самого сырья. Хранить сырье тоже лучше в таре, и тару укладывать так, чтобы сырье могло дышать. В хранилищах обычно понижают температуру, насколько это возможно, регулируют поток воздуха, вентилируют так или иначе хранилище. Конечно, осуществляют контроль за хранящимся сырьем, но в некоторых случаях применяют методы, усиливающие эффект длительного хранения. Но кроме помещений, специальных складов, специальных там овощехранилищ, картофелехранилищ, климат-хранилищ. Такое существует. Ну вот я не знаю теперь. У меня забрали просто дисциплину хранения, технология хранения пищевых продуктов. Вот там об этом довольно много говорится. Ну, если преподают теперь на английском языке, ну, пусть и вам расскажут самое интересное. Кроме такого стационарного хранения, существует еще и полевое хранение, когда в ямы, в траншеи, в гурты закладывают определенное сырье, и тоже, в принципе, можно там хранить. Общие технологические приемы, используемые при консервировании плодов и овощей. Технологические схемы производства консервов различаются в зависимости от вида перерабатываемого сырья и назначения готового продукта. Но имеются операции, которые обязательны для всех видов сырья, причем не только плода овощного, вот о котором в основном-то я буду говорить, но и акцент может быть там мясное, рыбное, даже молочное сырье. Вот первая группа – это сортировка, мойка и очистка сырья. Сортировка дает возможность сформировать однородные партии сырья и направлять их на конкретную переработку. Сортировку обычно делят, ну, как бы на три этапа. Вот первая сортировка – это инспекция. Отбирают гнилые, битые, неправильные формы плоды и посторонние примеси. Ну вот смотрите, скажем, молоко обязательно очищают, да? Вот очистку тоже можно считать инспекцией. Особенно вот первое, когда удаляют примеси, возникающие при самом процессе удоли. А потом дальше уже тоже с помощью фильтрования, с помощью процеживания удаляют, возможно, примеси, которые появились вот при перевозке сырья и первичном хранении тоже. Но молоко сортируют по видам животных, да, ну, обычно перерабатывают, конечно, молоко крупного рогатого скота, сортируют его по кислотности, возможно, разные партии имеют кислотность разную, и на разные направляются переработки. Ну, молоко можно сортировать по степени загрязнения. Мы об этом говорили немножко. Вернее, вам, наверное, говорили другие преподаватели. Существует вот это вот. Ну, и, в принципе, по жирности тоже можно выделить. В детском питании там по белковости еще сортируют. Вот все вот это возможно. Ну, если плоды, овощи, вот, то, что непригодно, крайне непригодно в производстве консервов вообще. Или, по крайней мере, тех,
которые производятся, ну вот на данном производстве в данное время, потому что ассортимент же тоже меняется. Если же это мясо, опять же по видам животных, ну и потом мясную тушу по, ну скажем, по тепловому уровню, и ее потом делят на трубы и отдельные части, из которых опять же можно произвести ну, какие-то конкретные продукты. Вот как раз в общественном питании там ведь перерабатывается и плодоовощное сырье, ну в основном овощное, ну так уж сложилось, вот, и перерабатывается сырье мясное и рыбное, ну молочного, наверное, совсем мало, да, у нас как-то специализированных предприятий я практически не встречала. Вот первое – это инспекция, а второе – это уже непосредственно сортирование. По окраске и по степени зрелости, если есть разнородное сырье, то дополнительно его разбирают. Ну, если много сырья, то вот эти вот сортировки, виды сортировки, они идут на специальных машинах. Но, как правило, вручную на столах или на больших, небольших транспортерах вот это сырье все сортируется, плодоовощное сырье. Ну, еще есть такое понятие процесс разделения сырья по калиброванию, по размерам, по различным признакам, вот по размерам именно. Калибр по немецкий размер, поэтому сырье калибруют еще по размерам, ну и разделяют еще по форме. Ну вот посмотрите, если вам сырье надо нарезать одинаковыми кружками, да, то, наверное, выбирается что-то по форме, напоминающее цилиндр. Вот проще будет так порезать. Ну, если, скажем, нужно в будущем учесть еще и тепловую обработку, ну, скажем, картофель целиком, да, то удобно, наверное, отобрать мелкие клубни, практически одинаковые по форме и размерам. Вот почистить их и потом сразу запускать. Если будете резать... Если будете резать ну, какими-то правильными формами, то тоже удобнее, наверное, подобрать сырье, которое само по себе имеет более-менее правильную форму. Сейчас существует большое количество различного рода машин, которые вам и откалибруют, и нарежут вот так, как требуется. Вот этот вот момент. Но перед тем, как, я просто смотрю время, перед тем, как нарезать, тут еще необходимо что сделать? Вот после инспекции, сортировки, калибровки, различные учитываются здесь приемы. Конечно, сырье необходимо помыть. Консьержики моют все. Ну, в общем-то, наверное, и в общественном питании тоже требуется сырье все-таки мыть. Особенно если потом очищать от кожицы, ну, обычно вот консьержиков учат сначала мыть, потом чистить. Ну, наверное, правильно это будет сказать и для общепитовцев, потому что если не смыть различного рода загрязнений, в том числе обсемененность микроорганизмами, то дальше при удалении кожицы часть их все-таки может остаться. Ну, вот тут пишут, в каких машинах моют. Вентиляторные, встряхивающие, элеваторные, барабанные машины. Машины существуют для всех видов сырья, даже для самых нежных ягод, даже для зелени. Ну, несколько минут у нас еще есть, вот 9 минут там с чем-то, так что можно поговорить. Вот. Моют обычно и ополаскивают под душем. Вот все вот это вот. Дальше очистка. При очистке удаляют малоценные и несъедобные части того или иного сырья. Но в некоторых случаях очистка может, скажем, от кожицы производиться или не производиться. Если те же яблоки или груши имеют тонкую кожуру, то ее обычно не чистят. Если кожура более плотная, толстая, с неровностями, допустим, то чистят обязательно. Удаляют плодоножки, удаляют остатки цветка, удаляют косточки, семечки, семенные
гнезда, обязательно удаляют кожицу с тех видов сырья, которые растут в земле, ну, тот же картофель, там, свекла, морковь, или близко к земле. Ну, надо сказать, что, скажем, капуста, вот кочанная, так если зрительно вспомните, она имеет покровные листья. Вот покровные листья, они защищают внутреннюю пищевую часть от повреждений, от воздействия неблагоприятных, скажем, погодных даже условий, ну и от повреждений микроорганизмами и различными сельхозвредителями. А поэтому вот покровные листья, они содержат много клетчатки и мало ценны для поедания. Поэтому их снимают. Удаляют кочерыгу. Ну, действительно, правильно, она накапливает большее количество, как бы собирает их из земли, вредных и опасных веществ. Остатков микроорганизмов, остатков пестицидов, простите, вот, удобрений, вот это все. Так, правду говорят. Немножко забываю слова. Ну, есть самые разные способы очистки, скажем, от внутренних каких-то частей и от кожицы. Используются механические методы, то есть срезают, стирают кожицу. Есть термические методы, ну, скажем, паротермические. Обрабатывают паром ту же морковь и потом просто смывают кожицу, которая отклеивается. Есть химические способы, но их обычно применяют для массового сырья, для картофеля, для свеклы, для моркови можно. Но иногда раствором горячей щелочи очищают и яблоки. Ну вот тут вот о семечках говорится, машины для удаления и внутренностей, и кожицы, и нарезания сразу на дольки. Они сложного такого состава. Обычно яблоки, скажем, калибруют. И потом они насаживаются на специальный стержень. И ножами разного вида удаляют все вот эти, ну, несъедобные части. Обязательно после очистки сырье промывают. Или, по крайней мере, ополаскивают. Потом для большинства видов... А есть еще немножко времени. Для большинства видов измельчают. Ну вот в общественном питании чаще сырье режут, да? Ну, в производстве молочных продуктов там резать нечего, потому что у вас сырье, хотя и очень такое капризное в обработке, но тем не менее оно однородное. Его можно передавать, его можно там делить и так далее, и так далее. Это, безусловно, очень удобно. Но мясо, рыбу там тоже достаточно сложно обрабатывать сырье, поскольку надо еще и кости косточки удалить, все и чешую снять. Но это вот предварительно там очистка. Вот. Теперь как режут плодово-овощное сырье? Ну, измельчение может быть различным. Во-первых, резко. Специальные резки, которые измельчают в виде брусков, кубиков, кружков и так далее и тому подобное. На резательных машинах измельчение на кусочки определенного размера и формы. А, конечно, когда готовятся компоты, когда готовятся маринады, когда готовятся различного рода закусочные и особенно обеденные продукты, то там сырье резанное. Ну, кроме резки, еще вот удаляют вот эти вот косточки, плодоножки, семена. Для части видов плодово-овощной продукции сырье дробят. Ну, во-первых, дробят, когда в дальнейшем извлекают соки. Именно из дробленого сырья, которое хорошо прессуется, извлекают соки прямым прессованием. Ну, там есть первичное, скажем, измельчение, дробление, когда повреждается определенное количество клеток, ну, примерно 70%. И есть еще повторное воздействие на клетки, ну, скажем, острым паром, когда еще вскрывается часть клеток, и потом легко, в общем-то, извлечь сок. Дробление. Из дробленой массы готовят, ну, скажем, джем, иногда повидло. Потом есть протирание. Вот из протирания готовят соусы, готовят
концентрированные продукты, пасту и пюре, причем не только томатные. Пасты и пюре есть овощные, ну, скажем, из сладкого болгарского перца. Пасты и пюре есть фруктовые, особенно славятся сливовые и грушовые пасты и пюре. Просто у нас их не производят, но поскольку еще не знакомо ни производство, ни потребители с такими видами продукции. Вот об этом тоже следует сказать. После протирания есть еще измельчение, которое используется для продуктов детского питания. Это так называемая гомогенизация, когда кусочки достигают буквально микронных размеров. Ну, в общем-то, и в других видах переработки. Ну, рыбу редко измельчают до пюре, а вот, скажем, мясо до пюре, до паштетной массы измельчают довольно часто. Ну, естественно, пользуется только мякотная часть. Дальше у нас разговор с вами пойдет об отдельных видах овощных и плодовых консервов, но это уже после перерыва. Так, 25 человек. Ну, хорошо. Я надеюсь, что хотя бы что-то вы услышали. Я останавливаю демонстрацию, и дальше мы будем продолжать 14.10. Так. Мусин, Рахатова, Арьянова, вот Дамили Ерматова, Фалитам. Сафонова, Кузьмиди. Ну, хорошо.